Здравствуйте. О событиях дня и уходящей недели в эфире программы «Время». В студии Екатерина Андреева. Коротко о главном. 20 минут на чистом русском. Первый разговор президентов России и Украины по телефону до выборов в Верховную Раду. Неделя. Что успели натворить прежние избранники? То Африка, то Арктика, катаклизмы в Европе. В Греции погибли туристы из России. И в нашей стране температурные аномалии и ураганы. Почему это происходит и чего ждать дальше? Жизнь разделилась на до и после. Большая вода ушла, что теперь? В Иркутской области помогают всем миром. Для пострадавших выделили более 2 миллиардов рублей. Есть ли шанс восстановить жилье до заморозков? Грузинский букет и наводоперевода. Новых санкций не будет. Решение президента России. Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Есть поводы отметить, что теперь говорят грузинские бизнесмены и политики, и за что простым людям стыдно. Принцип «навреди». Американское агентство со скандальной репутацией разжигает конфликты и антироссийские настроения. Сценарий опробован во многих странах. Как работает технология ненависти? До чего техника дошла? Владимир Путин о прогрессе и будущем России. Кто стесняется, остается на задворках. Суперинновации, выставка в Екатеринбурге и подписание соглашений в Кремле. 10 лет назад в России запретили игорные заведения вне специальных зон, но подпольное казино продолжают оставлять людей без последней копейки. А у королей нелегального бизнеса дворцы с золотыми унитазами и частными самолетами. 20 минут по телефону разговор, который стал новостью международного масштаба. Есть контакт между Москвой и Киевом. Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским самые острые темы. Беседа состоялась по инициативе Украины. До этого не было ни переговоров, ни обменов письменными посланиями. Зеленский говорил на русском языке, а между тем украинская политическая жизнь, которая и так скучно не бывает, сейчас бьет ключом. Финишная прямая перед выборами в Верховную Раду. Осталась одна неделя. Политический расклад показывают опросы, проведенные международным исследовательским центром. Около 4% потеряла за 3 недели президентская партия «Слуга народа». Если бы выборы состоялись в это воскресенье, за нее проголосовали, сейчас посмотрим, примерно 40%. Оппозиционная платформа «За жизнь», наоборот, укрепила свои позиции. За нее сейчас, и вы это видите, 15%. На третьем месте «Европейская солидарность». Потом идут «Батькивщина» Юлия Тимошенко, затем «Голос» Святослава Вакарчука. Предвыборная кампания проходит на фоне грандиозных скандалов. С подробностями Екатерина Кибальчич. Украинские депутаты перед тем, как разойтись, все-таки задержались на ступеньках Верховной Рады и спели. Мы положим за нашу свободу. В таком составе депутаты больше не соберутся. Вышиванки, камуфляж, казацкие чубы, босые ноги. Вся эта послемайданная мода уходит, но сам хор запомнится надолго. Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте хотя бы? На прощание депутаты пытались принять закон о дематюкации, но не прошло. Запомнится этот созыв законами о декоммунизации и демонизации всего, что связано с Россией. Сберите сестрички, Георгий! Возьмите георгиевские ленточки, засуньте себе, подождите и прыгните с 9-го этажа. На совести этого созыва закон о запрете русского языка, который расколол общество, так же, как и гонение на православную церковь. Несмотря на то, что мы все тут дипломаты, по физиономии вы скоро получите. По физиономии получали и в этом зале, и в кулуарах. Соратница Тимошенко получила по голове прямо в кабинете спикера. Нардеп Андрей Тетерук вдарив нардепа Олександру Кужель пляшкою. Пляшка – это значит бутылка. А вот Надежда Савченко вообще угрожала с трибуны гранатой. Веревка, наручники. Какого только реквизита мы не видели за эти 5 лет. Но все старые декорации уже вынесли. До выборов остается неделя. 20 на 70 сантиметров. Бюллетень 70 сантиметров. Несмотря на обещание президента Зеленского обеспечить свободу слова, эти выборы проходят в непростой обстановке для украинских журналистов. Телеканал News One подвергся травле радикалов за желание откровенно поговорить о наболевшем, организовать телемост с Москвой. Здравствуй, Украина! Витаю, Россия! Нам треба поговорить! Украина!
Из-за угрозы журналистам в Киеве телемост не состоялся. Но на телеканале «Россия-1» решили все-таки провести эфир, пусть и в одностороннем порядке. В московской студии собрались россияне и украинцы. Здравствуйте, мои родные, любимые россияне! Но это в Москве. А в Киеве здание уже другого телеканала вчера обстреляли прямо из гранатомета. Это момент обстрела телеканала 112 Украина. Мы ждем заявления правоохранительных органов, а также ждем реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Но вместо президента к журналистам обратился известный радикал Дмитрий Ярош. Коктейлей Молотова и фейерверков больше не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, советую увольняться. Здоровье и жизнь дороже 30 серебряников, которые вы получаете от Путина и его пособников в Украине. Дмитрий Ярош не боится писать угрозы. Подумаешь, телеканалы. На этой неделе националисты осадили даже посольство Италии. Свобода! Виталию! Мать! Причина в том, что итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы украинского боевика Виталия Маркева. В Киеве он считается героем, но в Италии Маркева признали причастным к убийству в Донбассе итальянского репортера и его русского переводчика. Автомобиль, в котором они ехали вместе с еще одним фотокорреспондентом из Франции, был обстрелян с украинских позиций. И даже когда журналисты укрылись во враге, по ним был открыт прицельный минометный огонь. Виталий Марков был в составе того самого подразделения. Мы надеемся, что все причастные к убийствам наших коллег в Донбассе окажутся на скамье подсудимых. Ведь Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Андрей Стенин. Но президента Украины почему-то больше озаботила судьба наемника-убийцы. Президент Владимир Зеленский поручил МИДу и Генпрокуратуре срочно заняться возвращением на родину нацгвардейца Виталия Маркева. Наверное, советники не сообщили Зеленскому, где у Маркева родина. Ведь у него гражданство Италии, и невозможно требовать выдачи итальянского подданного. Маркев постоянно жил с мамой в Италии, а на войну в Донбассе приехал в качестве наемника лишь в 2014 году. Тогда же и был награжден украинским паспортом. Радикалы в Киеве предложили добиваться возвращения товарищей другими методами. Давайте запакуем с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину. Призыв паковать итальянских туристов в Киеве гарант Конституции тоже не заметил. Владимир Зеленский вообще националистов старается не злить. Характер украинский президент показывает лишь на совещаниях с мелкими региональными чиновниками. Ярослав Михайлович, это вы? Миколаевич, вы? Выйдите отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти. Іди гуляй, господи. В похожем стиле на этой неделе Зеленский пытался вести и международную политику. Через соцсети он обратился к ведущим мировым лидерам, и в том числе к Владимиру Путину. Зеленский то ли пригласил, то ли вызвал на встречу. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Журналисты попросили Владимира Путина прокомментировать необычное приглашение. Российский президент отметил, что за встречами такого уровня обычно стоит серьезная дипломатическая подготовка. Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения нормандского формата. Во-первых, этот нормандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. А во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламент страны. Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса. Госпожа Тереза Мэй, например, она, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра страны Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще согласна? Нет. Как американская администрация на это реагирует, мы не знаем. Как реагирует Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Президенты Украины и России обговорили. На этой же неделе стало известно, по инициативе Киева между президентами России и Украины наконец состоялся первый телефонный разговор. Длился он 20 минут и касался мирного процесса на юго-востоке Украины.
Реакция других лидеров на видеоприглашение Зеленского пока неизвестна. Представитель Госдепа США в интервью ТАСС дала понять, что новый формат переговоров с Белым домом никто пока не согласовывал. Это, конечно, было воспринято несерьезно, потому что обычно такие заявления публично не делают. Сначала ведут переговоры на дипломатическом уровне, согласны ли стороны. А так вот фактически американцы поставили его в дурное положение. В следующий раз надо думать Зеленскому, чего говоришь. Сначала договаривайся, а потом объявляй, что хорошо бы. Так что тут это просто такой сигнал Зеленскому, что подыгрывать его неподготовленным соображением они не собираются. Все политики на Украине грешат одним. Они сначала называют потенциальных партнеров и только после этого задумываются о том, чтобы согласовать с ними их участие в переговорном процессе. В этом отношении он проявил инициативу, но, по-видимому, забыл проконсультироваться у наших партнеров за океаном, в Объединенном Королевстве и других государствах. Всем привет. Хочу Лихие видеопослания Зеленского, возможно, записаны не для того, чтобы достучаться до Путина и Трампа. Начинающий президент хочет показать своим избирателям, что уже руководит мировой политикой. Этот миф, конечно, скоро будет развеян, но ему и не надо долго жить. Уже в следующее воскресенье украинские граждане пойдут выбирать новую Верховную Раду. Екатерина Кибальчич, Ирина Близнюк и Арсений Байбулов. Первый канал. Диалог между Россией и Украиной сейчас идет на межпартийном уровне. Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», встретился с Виктором Медведчуком и другими лидерами украинской оппозиционной платформы «За жизнь». В числе тем газовый вопрос, тарифы бьют по карманам простых украинцев. Но главное, это как вернуть мир в Донбасс и нормальные отношения между двумя странами. К сожалению, несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную Раду. Надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины. Еще раз хотел бы сказать, что мы, как люди, которые симпатизируют тем идеям, которые озвучиваются оппозиционной платформой «За жизнь», желаем вам в этом плане максимальных успехов. Страна устала от боевых действий, страна устала от той агрессии, которая сегодня навязывалась раньше господином Порошенко, который избрал в качестве государственной политики фактически национальные идеи. Так он хотел, чтобы эта идея была возведена в этот ранг, это антироссийская истерия и пещерная русофобия. К сожалению, сегодня мы не отошли от этих позиций, и хотя нет таких острых критических соображений на эту тему, но, как правильно было уже замечено, что господин Зеленский не спешит в вопросах мира, он не спешит в вопросах восстановления прямых отношений как с Донецком и Луганском с целью мирного урегулирования, так и с Российской Федерацией. На этой неделе погода испытывала на прочность практически всех жителей земного шара. Одно за другим приходили сообщения о серьезных катаклизмах в разных уголках планеты. Мощнейшие ураганы в Греции, за считанные секунды разрушившие курорты на полуострове Кассандра и Халхидики, и жизни нескольких семей. Погибли люди, и среди них двое россиян. Небывалая жара в Европе, там даже плавились рельсы железных дорог. В Испании на юге пожары, на севере наводнения, тропический циклон в Петербурге и холодная сырость в Москве. О том, почему погода стала такая нервная, по выражению синоптиков, почему опасные проявления климата повторяются все чаще, и почему при тенденции глобального потепления, которое фиксируется на планете, в Вероне, например, выпадает град размером с апельсин. Вот в этом разбирается наш корреспондент Дмитрий Витов. Шум был страшный, даже пушки так громко не стреляют. Весь мир на неделе всматривался в эти любительские кадры. Шквальный ветер, с неба и моря сотни тонн воды, сломанные, как спички, вековые деревья. На греческом полуострове Кассандра ураган уносил целые таверны. Мне 77 лет, за всю жизнь я не видел ничего настолько ужасного. Я никогда такого не видел. Грили, железная плита для барбекю были снесены там. Павильон там тоже рухнул, автомобили были разбиты. Шторм внезапно
внезапно накрыл весь полуостров Халкидики. Длился несколько минут, но успел превратить идиллические пляжи в груды мусора. Все произошло так внезапно, что люди просто не успели укрыться. 25 лет разрушено за 10 минут. Ничего не осталось. Я была одна дома, и я была в панике. Ураган в 200 километров в час бил в мою дверь, а я с другой стороны пыталась закрыть ее. В углу над дверью было 4 кирпича, и если бы они упали мне на голову, они бы меня убили. Есть жертвы. Двое россиян, отец с годовалым ребенком погибли под упавшим деревом. Ростовчанин Иван Петренко с супругой Галиной прилетели на Халкидики меньше недели назад с 3 детьми. Буря ничто не предвещало, Иван вышел укачать сына перед сном. Их обнаружили только когда ураган закончился. Доступ к телам был затруднен, были предприняты все меры для того, чтобы их могли достать, эвакуировать. Работники отеля непосредственно работали уже с бензопилами, ну и, собственно, десяток мужчин, которые боролись, так скажем, до последнего. В этот же день погибли еще 4 туристов. Пожилую пару из Чехии смыло потоком вместе с походным трейлером. На гражданку Румынии с ее 8-летним сыном обрушилась крыша ресторана. Сутки спустя спасатели нашли в море тело местного рыбака. Уже месяц Европу сотрясают катаклизмы. Небывалая жара в Швейцарии. Там даже отменили поезда. Рельсы деформировались. Нам посоветовали сесть на автобус до Бельгарда, а из Бельгарда на местный поезд, чтобы ехать в Лион. И сесть на другой поезд из Лиона. Они принимают нас за дураков. Во Франции побит температурный рекорд. В июне не хватило 1/10 доли до 46 градусов жары. Горячая июньская волна докатилась до Берлина. В зоопарке даже пустынным обитателям, сурикатам, давали грызть кубики льда. Не прошло месяца, как немецкие города затопили реки в метр глубиной. Франкфурт покрыли сугробы из ледяной крошки. На юге Испании лесные пожары, на севере наводнения. В Наварре выпало в 4 раза больше осадков, чем обычно. Это полная катастрофа, вы не можете себе представить. Мы видели море в собственном доме. Пытались закрыть двери или помочь клиентам подняться на самую высокую точку на террасе. Полиция и пожарные немедленно пришли и спасли всех. Снимаем шляпы перед ними. Что же творится с погодой, если в Москве июнь и июль поменялись местами? А над Петербургом завис холодный циклон с едва ли не тропическими дождями. Если честно, дальше я уже не рискну. Но отсюда видно, что вот машины затоплены практически по самый капот, и многие из них уже, видимо, придется ремонтировать. За полтора часа около метра поднялся уровень воды. Вот одел сапоги, сейчас вот я снял дворник, одел сапоги резиновые. Вот так вот вода стояла, дверь открыла, она еще хлынула сюда. Погода стала более нервной. И это в той или иной степени является последствием процесса глобального потепления, который мы сейчас наблюдаем. Мы в России достаточно избалованы тем, что у нас, по сравнению, допустим, с Соединенными Штатами Америки, у нас повторяемость опасных для человеческой жизни погодных явлений гораздо ниже. И исторически мы в этом плане более расслаблены. Сейчас она несколько повышается, но это всего лишь значит, что нам нужно быть более собранными. Но вряд ли в глобальное потепление верят петербуржцы, у которых уже вторую неделю на улице 10-17 градусов, или жители Воронежа и Брянска, где выпал град, образовав местами целые сугробы. Ладно, центральная Россия, но как объяснить вот такие градины величиной с апельсин, бомбившие западное побережье Италии с вечера вторника до утра среды? С глобальным потеплением атмосфера становится теплее в целом, содержит больше воды, становится более влажной. Вода, пар в атмосфере – это скрытая энергия, которая при конденсации пара преобразуется в тепло. Тепло – это контраст, более сильные контрасты температуры. Более сильный контраст температуры – это более сильные движения воздуха. Соответственно, более сильный ветер – вот те самые ураганы, бури, о которых вы спрашиваете. Впрочем, есть теория, что глобальное потепление – это всего лишь цикличные фазы солнечной активности. В 15 веке Европа, например, переживала малый ледниковый период. В Англии и Германии вымерзли сады. Потом потеплело. А спустя еще 100 лет на картинах голландских художников люди снова катаются по каналам на коньках, во что сейчас – опять трудно поверить. Вот и в конце этой недели синоптики неожиданно сообщили. Комфортная погода к середине лета вернется. Во всяком случае, жители центральной России могут насладиться повышенным содержанием кислорода в воздухе, что для человеческого организма весьма благоприятно. Дмитрий Витов, Надежда Каширская, Лариса Никитина, Первый канал.
Уровень воды в реках в Иркутской области снова начал расти, но по прогнозам он не превысит критических отметок. Об этом сообщили в МЧС. В ближайшие два дня дожди продолжатся. Напомню, в списке жертв наводнения 25 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести. Восстановительные работы в пострадавших районах идут полным ходом. Разбирают завалы, просушивают и дезинфицируют жилье. В области работают мобильные бригады Федерального медико-биологического агентства. Врачи проводят массовую вакцинацию. Из зоны бедствия репортаж Дмитрия Толмачева. Начиная вот с этого гаража, это переделано уже как бы с учетом, если будет наводнение 84 года, то есть сохранится что-то. Житель Тулуна Сергей Кузнецов пережил два сильных наводнения. Нынешнее и то, что было здесь 35 лет назад. Тогда разрушило только надворные постройки. Новые возводил, что называется, на века. И в этот раз перед большой водой они выстояли, а вот родительский дом нет. Живу пока в машине. То есть мой дом, пока машина, все документы там, кое-какие электроинструменты, которые успел собрать. Более 10 тысяч домов пострадали в Иркутской области в результате сильнейшего паводка, какого в этих краях они припомнят. В Тулуне сотни построек просто смыло рекой. Спасатели до сих пор вылавливают из воды плывущие вниз по течению обломки, попутно подбирая чудом уцелевших кошек и собак. Вот первая кошка, вот вторая. Перейдите. По нашим подсчетам, их здесь две. Те, чьи дома остались на фундаменте, пытаются просушить жилье, но сделать это до наступления холодов, похоже, вряд ли удастся. Первые заморозки здесь могут начаться уже в сентябре. На помощь пострадавшим от наводнения правительство выделило более 2 миллиардов рублей. Деньги из резерва мы выделяем на помощь людям, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Это практически 2 миллиарда 300 миллионов. Мы уже выделили с вами 662 миллиона рублей, которые в регион пришли, ну и, соответственно, уже распределены. Стихия нанесла серьезный ущерб. К сожалению, есть и погибшие, разрушено много жилых домов, поэтому нужно постараться максимально быстро помочь людям в этой сложной ситуации. Социальные выплаты уже идут, но важно, чтобы все, кому положены такие компенсации, получили их как можно скорее. Всю неделю в пострадавшие районы продолжался поток гуманитарной помощи. Следом за грузом из Читы очередную партию собрали в Новосибирске. Гуманитарная помощь будет направлена в город Нижнеудинск. В состав гуманитарной помощи входят вещи, обувь, одежда, постельные принадлежности, продукты. Тысячи людей остались буквально ни с чем, но на их беду откликнулась вся страна. Подготовиться к школе иркутским ученикам помогают студенты МГУ. Собирают ранцы. Здесь есть все необходимое. И 10 ручек, 10 карандашей, ластики, щетки. Ну, все, что необходимо. 28 предметов здесь. Вот. Кроме того, я хотел, чтобы каждый первоклашка вот такую маечку получил. Вот, пусть наденет, когда придет со школы, и будет тоже радоваться. Это тоже будет в ранце. В Тулуне и Нижнеудинске на помощь прибывают все новые военные подразделения. На подтопленных улицах от завалов они уже расчистили более 44 гектаров. Кроме закрепленных за ними участков, не отказывают жителям и других микрорайонов в просьбе помочь. Если бы не было военных, дай Бог им крепкого здоровья. Если бы не было военных, мы бы без них вообще не вот-вот, я не знаю, да, как, даже не знаю, как сказать. Мы очень довольны. Бригады и части здесь со всего Центрального военного округа. Бойцы железнодорожных войск восстанавливают размытые дороги, а там, где это пока невозможно, прокладывают временные подъездные пути. Подразделения механизации занимаются отсыпкой автомобильной дороги для проезда техники, для разборки завалов, а также для проезда местных жителей к своим разрушенным домам. Марш-бросок за 1000 километров. Из Абакана в Иркутскую область прибывает колонна с дополнительной тяжелой техникой. Помимо расчистки, восстановления, военные с помощью мобильных заводов пекут для пострадавших хлеб и раздают питьевую воду. В эти дни здесь еще более ценный продукт. Военные химики повсеместно проводят дезинфекцию подтопленных социальных учреждений. Владельцам частных домов и подворий для самостоятельного обеззараживания территории выдают специальный порошок.
что прочитаете? Один пакетик. В пострадавших от наводнения районах велик риск распространения инфекции. Вместе с группами военных врачей вакцинации населения заняты мобильные бригады Федерального медико-биологического агентства. На моторных лодках, вертолетах, а то и просто пешком они добираются до самых труднодоступных уголков. В Тулуне еще 13 населенных пунктах уже привито более 4000 человек. Из них почти 1000 дети. Ты в школу? Да. На плечах бойцов Росгвардии далеко не только охрана общественного порядка. Они готовы оказать любую помощь. Откачка воды, расчистка территории. Даже пожарными поработать пришлось. Занимаясь подвозом питьевой воды, случайно выявили точку возгорания. Прибыли на место. Благодаря бдительности личного состава оказываем помощь в тушении пожара. Кое-где к работе приступили исследователи. В отношении главы Нижнеудинского района возбуждено уголовное дело. Жители рассказали, что когда вода разливалась по улицам города, чиновник отправил коммунальную технику спасать собственный дом. Дмитрий Толмачев, Дмитрий Зайцев, Анатолий Лазарев, Евгений Леонов. Первый канал. В эфире программа «Время», и мы продолжаем. В Екатеринбурге Владимир Путин сделал заявление, которое всю неделю в Грузии тема номер один. Новых санкций не будет. Из уважения к грузинскому народу Россия не станет запрещать минеральную воду и вино, ограничивать денежные переводы. Между тем, в Грузии подсчитывают убытки. Потеря российских туристов стала шоком для бизнеса. Второго удара многие местные компании могли бы и не перенести. Наш корреспондент Рима Бирулава встретилась с теми, чье благополучие зависит от новостей из Москвы, и убедилась, что многие в Грузии в эти дни испытывают не только тревогу, но и чувство стыда. В всей стране одна и та же картина, как, например, в Сигнаке, где мы сейчас находимся. Это считается туристическим центром Грузии, однако в разгар сезона здесь немноголюдно. Полупустые рестораны, кафе, и российских туристов уже практически не встретишь. Гости из России разъехались еще неделю назад, и неизвестно, скоро ли сюда вернутся. На торговых улочках непривычное затишье. Это серьезный удар по всему ресторанному бизнесу. По сравнению с тем, что было раньше, туристов почти совсем не осталось. Я вот подсчитать, вот перевести в денежные единицы как-то еще не решался, но как-то вот еле-еле держимся на плаву. Клиентов потеряли и грузинские гостиницы. После запрета авиаперелетов российские туристы массово аннулировали брони. Известный грузинский политолог Лали Морошкина управляет в Сигнаке арт-отелем. Надеется, что привыкшие к местным красотам и хорошему сервису россияне все-таки еще приедут. Но ясно, что их количество не будет таким, как раньше. А ведь владельцы гостиниц и частных домов вложили немалые деньги в свой бизнес, рассчитывая именно на россиян. Это просто полнейший коллапс. Мы получили самое жесткое наказание, которое только можно было придумать для нас, потому что все готовились к туристическому сезону, и вы видите пустые улицы. Еще несколько дней назад тут было просто не пройти. А сейчас катастрофа. Люди купили дома, отремонтировали, приготовились к туристическому сезону, в том числе и я. Прямое авиасообщение между странами было приостановлено 8 июля для обеспечения безопасности российских граждан. После визита в Грузию российских парламентариев в столице начались акции протеста с русофобскими лозунгами. Тогда президент Саломе Зурабишвили публично назвала Россию врагом и оккупантом. В Грузии, конечно, остро переживают события 2008 года и признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. Все помнят российские танки в горе, но при этом предпочитают не вспоминать, что начал войну в Южной Осетии никто иной, как президент Саакашвили, когда приказал атаковать российских миротворцев. Владимир Путин на этой неделе предложил вспомнить, как вообще Абхазия и Южная Осетия оказались в свое время в составе Грузии. При помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии, 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Нельзя об этом забывать никогда. Во времена Советского Союза была образована, между прочим, сначала договорная
Союзно-Социалистическая Республика Абхазия, в которую вошла Грузия сегодняшняя. Это даже не была Грузия. Во времена Сталина была создана Социалистическая Республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия. И вот наши, кстати говоря, правозащитники никогда не обращают на это внимания. Это даже странно. Но по указанию Сталина НКВД в главе с Берией предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов. Очень жесткие. Тут просто я даже не хочу сейчас воспроизводить. С целью поглощения Грузии вот этой территории и абхазского народа. Вот это тяжелое наследие, которое не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию. И Аджарии, и Абхазии, и так далее. Все это привело к взрыву и к братоубийственной войне. Вот я в свое время убеждал Саакашвили, говорил Михаил Николаевич, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии, либо Южной Осетии. Американцам говорил то же самое. Да-да, ни в коем случае. И что сделали? Нет, пошли туда с войной. Результат. Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народы и Абхазии, и Южной Осетии. Ситуация обострилась, когда в эфире грузинской телекомпании «Рустави-2» ведущий позволил себе нецензурную брань в адрес Владимира Путина. После инцидента Госдума предложила запретить ввоз в Россию грузинской минеральной воды, вина, ограничить денежные переводы и возбудить против ведущего уголовное дело. Много чести. Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела, пусть он так вещает дальше. Вот эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное это производное. И ругань, и брань, это все производное. Поэтому к этому относиться нужно вот по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну вот один вышел, что-то ляпнул там, изображая из себя нечто. Вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на 2 месяца, он поехал на отдых. Потом придет, продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения. Действительно, многие в Грузии восприняли грязную выходку в эфире как настоящий позор. Сотни возмущенных людей устроили демонстрацию у здания телекомпании, потребовав публичных извинений и увольнения журналиста. В знак протеста с канала стали уходить сотрудники. Телекомпании пришлось даже на время приостановить вещание. От КПУДА заявили, стыдно. Столько детей, подростков у экрана его слушают. Стыдно должно быть. Это неприемлемо. Как можно позволять себе нецензурную брань в эфире? Это бесчеловечно. Ни у кого нет права оскорблять людей. Это большой стыд и позор. Кто такой этот Габуни? Невоспитанный. Мусор, а не человек. Он не уважает свой народ. Грузинский народ гостеприимно. Это разве гостеприимно? Несмотря на то хамство, которое, к сожалению, мы все слышали в эфире, и тот позор, который очень тяжело просто переносить в первую очередь мне лично и очень многим гражданам Грузии, я была абсолютно уверена, что со стороны Владимира Путина не будет принято никаких санкционных мер. Я очень рада и могу сказать благодарна за это решение, потому что это очень важно для простых граждан Грузии. А политики пусть разбираются сами, чего они хотят. Хотят служить Грузии или хотят служить какому-либо другому государству. Неважно, какое государство это будет и в каком конце света. Отказ от введения экономических санкций заметно изменил тон официальных заявлений. Ведь в противном случае это стоило бы Грузии как минимум 10% ВВП. Это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно. Что же касается брани в эфире, она
абсолютно неприемлемо, тем более для нашего народа, который особенно гордится своей культурой и ценностями. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы безответственное и провокационное заявление вызвало осложнение. А целью этого заявления была эскалация ситуации и в целом создание тяжелого фона, который мог нанести неисправимый вред последующему развитию страны, экономическому развитию. И решение Путина было очень правильным решением. В Грузии понимают, что диалог между странами необходим. Разрядить ситуацию попробуют депутаты оппозиционной партии «Альянс патриотов». Мы постараемся смягчить действия санкций в отношении Грузии и добиться того, чтобы в будущем они были отменены. Сегодня депутат Георгий Ломи уже приехал в Москву, чтобы встретиться с российскими парламентариями. Но в первую очередь о том, насколько важно сохранить хорошие отношения между странами, говорят простые люди. Неправильно было бы, если из-за одного журналиста пострадала вся страна. И я считаю, у нас должны быть дружеские отношения между странами. Мы считаем, что Путин принял справедливое решение, что не принес в жертву интересы грузинского народа. Его рейтинг после этого вырос среди местного населения. Даже ребенок понимает, что без России нас ждут огромные экономические потери. Тем временем оппозиционная телекомпания снова подливает масло в огонь. Генеральный директор Ростави-2 в прямом эфире заявил, что ему, мягко говоря, плевать на экспорт вина в Россию. На что жестко отреагировали десятки виноделов. Они перекрыли главную трассу, ведущую в Кахетию, главный винный регион страны, и устроили акцию протеста у здания телекомпании. Больше 60% грузинского вина поставляется именно в Россию, и запрет на ввоз больно ударил бы по ним. Но главное, что возмущает людей, это то, что руководитель Ростави-2 не уволил ведущего за то, за что всем нормальным людям в Грузии просто стыдно. Мы приехали из Кахетии, чтобы опротестовать те страшные оскорбления, которые, наверное, за всю историю Грузии никто себе не позволял. Власти страны назвали случившиеся провокацией, за которой стоит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он из-за рубежа продолжает влиять на политические процессы в стране и контролирует телеканал «Ростави-2», гендиректор которого Ника Гварамия в свое время работал в администрации Саакашвили. Когда в 2015 году бывший владелец телекомпании Кибор Халваши подал в суд иск о возвращении своей доли «Ростави-2», Саакашвили призвал Гварамию устроить еще одну революцию. Запись их телефонного разговора облетела весь интернет. Работайте по революционному сценарию. Вы должны оказать сопротивление властям при возможном захвате телекомпании. Постройте баррикады. Именно забаррикадироваться полностью и спокойно стоять несколько недель. Вы должны выстроить большие баррикады. Надо уже начать готовиться. Железки и так далее используйте. Постройте размером с тюремный забор. Затем несколько охранных пунктов поставьте. Ясно. Хорошо, я понял. Найдите боевиков, которые будут вас защищать, потому что в итоге все это закончится стрельбой. Впрочем, телекомпания и не скрывает, что поддерживает оппозицию и антироссийские настроения. Открыто агитирует людей выходить на улицы. И у них это получается. Вот уже больше 3 недель, скандируя лозунг «Россия оккупант», народ собирается у здания парламента и требует отставки главы МВД. Министерство экономики Грузии подсчитало убытки, которые понесет страна из-за приостановки прямого авиасообщения. Только по предварительным данным, это почти $1,5 миллиарда. Хотя итоговые цифры могут быть куда выше. Видя напряженную обстановку, от поездок в Грузию стали отказываться и туристы из других стран. Римма Бюрлава, Георгий Базадзе, Сергей Чевела, Светлана Ведяшкина. Первый канал, Грузия, Тбилиси. Кому выгодно антироссийское обострение в Грузии? Американское агентство по международному развитию представило очередную программу с громким названием «Противодействие влиянию Кремля». Территория ее применения – бывшие республики Советского Союза, некоторые европейские страны. Цель прежняя – разжигание конфликтов и антироссийских настроений. Из нашей страны агентство попросили удалиться еще 7 лет назад из-за вмешательства во внутренние дела. Да и в мире репутация у него весьма сомнительная. Чего стоит одна инсценировка с химической атакой в Сирийской Думе, которую организовали «Белые каски». Среди спонсоров этой группы называют Американское агентство по международному развитию. Новый документ, как говорится, в тренде. Совсем недавно доклад о российской идеологической угрозе опубликовал Пентагон. О политических технологиях ненависти в репортаже Евгения Баранова. Агентство по международному развитию США, USAID, разработало и приступает к реализации концепции противодействия пагубному влиянию Кремля. Главной целью является помощь различным институтам, подопечных Вашингтону стран, в защите от кремлевской агрессии. Особое место в этом презентованном в Париже документе отводится Балканам, странам Восточной Европы, бывшим советским республикам и, в частности, Грузии.
Мы стремимся помогать людям распознавать усилия по дезинформации и видеть их такими, какие они есть. Например, в Грузии наша организация поддерживает инициативу по привлечению широкого круга лиц для выявления и отслеживания антизападной дезинформации. Мы работаем с сотнями грузинских добровольцев в интернете. К сожалению, господин Грин не сообщил, во что обойдется американскому бюджету достижение всех заявленных в программе целей. Реформирование политических систем в охваченных ей странах, избавление их от экономической зависимости от России, создание на американские деньги разнообразных и, естественно, независимых средств и источников массовой информации. О масштабах можно судить лишь по частным примерам. Будущие выборы в Грузии только в рамках этой концепции обойдутся американским налогоплательщикам в 5 миллионов долларов. В Киргизии в 2,5 миллиона. В Молдавии же финансирование будет увеличено аж на 29 миллионов долларов. В качестве основных ресурсов пагубного влияния Кремля мистер Грин называет телеканал RT и спутник International. По его словам, Кремль ежегодно выделяет сотни миллионов долларов на финансирование продвижения контента, якобы призванного посеять путаницу, недоверие и цинизм к демократическим западным институтам. Как можно соотнести наши усилия с тем, что делает Россия? Я точно не знаю, сколько средств она вкладывает в RT, «Спутник» и другие российские СМИ. Зато знаю, что она вкладывает в них больше, чем правительство Соединенных Штатов. Больше в 10 раз? В 100 раз? Где-то в 10, уж точно. Абсолютно. А это уже другой глава американского правительственного агентства по глобальным медиа. Джон Лансинг, среди прочего, курирует такие проекты, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». На этой неделе, отвечая в Конгрессе на вопросы о сопоставимости расходов на пропаганду, Лансинг в глаза врал конгрессменам. По данным телеканала RT, в 2019 году Лансинг получил на свои проекты 808 миллионов долларов, в то время как Россия на все свои ресурсы и навещания потратит около 440 миллионов, почти в два раза меньше. Попробуем, однако, посмотреть, что же на Западе считают нашей подрывной деятельностью и на борьбу с чем готовы тратить такие деньги. Вот, например, Балканы, которые на этой неделе сотряс политический скандал. В течение почти года известные русские пранкеры Вован и Лексус от лица недавнего президента Украины Петра Порошенко вели доверительные телефонные переговоры с македонским премьером Зораном Заевым. За этот период Заев успел наговорить много глупостей с упоминанием лидеров других государств. Глупостей, которые характеризуют не столько его самого, сколько цинизм системы, утверждаемой Западом там, где он уже вступил в незримый бой с влиянием России. Среди прочего, мнимый Порошенко предложил македонскому премьеру простой и якобы уже опробованный им способ решения проблемы, находящейся в расколе македонской церкви. Надо всего лишь дать взятку наличными патриарху Варфоломею, и заветный Томос с предоставлением автокефалии будет получен. Это было небольшое пожертвование в размере порядка 100 тысяч евро. Полагаю, что выполнение данного условия, помимо всего прочего, также сможет вам помочь. Да, это очень хорошо, без проблем. Это нормально. То есть занести патриарху взятку в 100 тысяч евро наличными – это с точки зрения премьер-министра страны, вступающей в НАТО и прошедшей все тесты на соответствие западным стандартам, в порядке вещей. Разразился чудовищный скандал. Но знаете, кто оказался виноват? Правильно, «Спутник», опубликовавший стенограмму этого македонского позора. Лишь 10% мирового населения имеют доступ к свободным СМИ, а фейковые новости и дезинформация продолжают раскачивать общество. Эти слова министра иностранных дел Великобритании приводит пресс-служба его ведомства в сообщении о том, что правительство потратит 18 миллионов фунтов на противодействие дезинформации и фальсификации новостей в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах. Это тот самый Хант, который на днях бегал от журналистов на конференции по свободе прессы в Лондоне. Уклоняюсь от ответа на вопрос, не кажется ли ему абсурдным, что на такое мероприятие его сотрудники отказались аккредитовать корреспондентов телеканала RT и «Спутник International». Скажите, не кажется ли вам эта ситуация парадоксальной? То, что мы не пустили Russia Today, я так не думаю. Такими методами борьбы за свободу прессы были озадачены даже в Нью-Йорке. В Международном комитете защиты журналистов потребовали пересмотреть британское решение об аккредитации. Свое недоумение высказал и председатель ОБСЕ по свободе СМИ Арлен Дезир.
Мы довольно часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но речь про малоразвитые страны. А то, что подобное себе позволяет Великобритания, нас это очень беспокоит. Десятки миллионов долларов и фунтов будут истрачены на то, чтобы убедить обывателя в том, что любая альтернативная информация является диверсией России. При этом всего в 100 километрах от Лондона базируется целое подразделение военных, чье оружие не автоматы, а дезинформация. 77-я бригада вооруженных сил Ее Величества изучает аудиторию соцсетей и, исходя из ее возраста, взглядов и привычек, формирует для нее реальность. Надо понимать, что необходимо активно влиять на восприятие аудитории текущих событий, активно через свои источники формировать направленную на них информацию, где необходимо сознательно искажать ее. Напомним, совсем недавно получила развитие и скандальная история с Integrity Initiative, секретным британским проектом по намеренной дискредитации России. О проекте хакеры из группы Anonymous впервые рассказали еще в ноябре прошлого года, и подлинность опубликованных ими тогда документов британские власти вынуждены были признать. Поэтому новая порция материалов вызвала ажиотаж, особенно в свете истории с отравлением семейства Скрипалей. Оказывается, еще в 2015 году в рамках Integrity Initiative был подготовлен доклад с предложением ввести против Москвы масштабные санкции и организовать массовую высылку российских дипломатов, чтобы ослабить Россию и усилить обороноспособность Британии. Если не произойдет никакой катастрофы, которая пробудит людей и потребует ответа, нам надо найти способ заставить правительство осознать проблему и вынести ее в политическое пространство. Именно мы должны либо начать дебаты, либо дождаться чего-то ужасного, что возмутит нас и заставит действовать. Последовавшие за этим докладом события заставляют со всей серьезностью относиться ко всем этим программам и проектам, которые, на первый взгляд, выглядят разбазариванием бюджетных средств под предлогом борьбы с российским влиянием. Часть денег действительно будет потрачена на кормление армии дармоедов по всему миру, которые будут отыскивать все более причудливые формы нашей угрозы и требовать на борьбу с ними еще больших ассигнований. Государство, которое находится на другой стороне Атлантики, построено задача перед так называемыми мозговыми центрами сформировать систему инструментов, которые бы стали барьерами для продвижения этой акции бессмертный Бог. Так. Цинично, тем более цинично, это выглядит со стороны бывших наших союзников. Другая и большая часть средств будет направлена на подготовку общественного мнения к правильному восприятию серьезных провокаций, их медийное сопровождение и принуждение локальных властей к неадекватным мерам и решениям. Мы уже видели, как это работает на Балканах, теперь вот на очереди Грузия. В вступительном слове к опубликованному на этой неделе докладу под названием «Российские стратегические намерения», подготовленному по заказу Пентагона, контр-адмирал и заместитель директора по глобальным операциям в Объединенном комитете начальников штабов Джеффри Черевко подчеркнул, что в наступающей эпохе соперничество крупных держав, таких как США, Россия и Китай, столкновения между сторонами все чаще будут происходить, цитирую, «ниже уровня вооруженного конфликта с ростом применения нетрадиционных военных тактик». Евгений Баранов, Екатерина Коряка и Андрей Масликов, Первый канал. Важное событие в военно-технической сфере, которое окажет серьезное влияние на расклад сил на Ближнем Востоке и в Евразии. Россия начала поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. Сегодня президент Эрдоган заявил, эти системы должны обеспечить мир и безопасность в стране. Он назвал сделку самым важным соглашением для современной Турции. Сегодня же под Анкарой приземлились еще 3 самолета с компонентами С-400. Уже состоялось 7 рейсов. Техника уникальна. Чтобы развернуть систему, нужно всего несколько минут. Поражая цели, летящие одновременно из разных мест. Зона обнаружения 600 километров. Следить можно сразу за 300 объектов. Дальность поражения 400 километров. Контракт с Турцией – это 2,5 миллиарда долларов. Поставки идут в строгом соответствии с условиями договора и в согласованные сроки. Одновременно и в нашей стране, и в Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит работать с С-400. По словам Реджепа Тайпа Эрдогана, уже 100 специалистов отправлены в Россию. В будущем их количество может увеличиться
в 10 раз. Отмечу, что вокруг этого договора кипели серьезные политические страсти. Американские власти делали все, чтобы сорвать сделку. Пошли прямые угрозы, вплоть до отказа поставлять в Турцию новейшие самолеты F-35 и требования купить вместо С-400 американскую систему Патриот. Но все это не подействовало и, как говорится, не долетело. Столица Урала на 3 дня стала центром обсуждения глобальных экономических проблем. Представители ведущих промышленных держав Китая, Германии, Америки говорили о новых технологиях и бизнес-моделях. Шла речь о климате и реакции природы на все человеческие новшества и стремительный прогресс. Но только обсуждением экономики с гигантами мирового бизнеса президент России не ограничился. В рамках выставки «Иннопром» глава государства провел встречу со студентами Уральского федерального университета. И одна из главных тем – внедрение отечественных лекарств. Особо выделены жизненно необходимые препараты, например, для лечения диабета. А в университете такое инновационное лекарство уже создано, и не только оно. Подробнее о насыщенных 3 днях и ночах карьеры в Екатеринбурге, а также соглашениях, подписанных в Кремле. Репортаж Антона Верницкого. Квантовые сенсоры или технологии распределенного реестра. Понять это сложно, объяснить еще сложнее. А ведь именно эти революционные направления Россия выбрала для того, чтобы, как сказал Владимир Путин, обеспечить технологический суверенитет страны. Нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно. У нас есть реальные шансы, это вот действительно так и есть, реальные шансы продвинуться по этим важнейшим направлениям. И это не пустые слова, не болтовня, а по поводу лидерства. У нас для этого все есть. И школы хорошие, и мозги вправленные хорошо, начиная с детства, в специальных школах. Все существует. Чтобы как-то скоординировать работу по прорыву в этих областях, был придуман ход. На крупные компании с государственным участием возлагается задача развивать самые передовые направления современной науки. Ростех, РЖД, Росатом, Ростелеком, Сбербанк станут, по сути, кураторами разработок в области искусственного интеллекта, новых материалов, помогут аккумулировать средства для исследований и их внедрения, а также заниматься поиском и обучением кадров. Мы бы не выбрали эти технологические области, если бы не провели длительную, практически 1,5-годовую работу с компаниями по поводу выбора этих областей и по поводу того, что мы будем делать. В результате этого отбора Ростех будет заниматься направлением под названием «интернет вещей», то есть тем, что уже стало понемногу появляться в наших домах. Роботы-пылесосы, чайники с Wi-Fi, умные утюги, но на совершенно ином уровне. Само понятие «умный дом» должно стать обычным для всех, как когда-то лампочка накаливания в самых глухих деревнях. Росатому поручено курировать направление «новые материалы». В начале недели, когда Владимир Путин прилетел в Екатеринбург, стало ясно, что работа здесь уже началась. Студент 4-го курса Уральского университета рассказал о своей работе на кафедре физической химии, новых топливных элементах. С помощью данных устройств мы можем получать экологически чистую энергию. С помощью топливных элементов можно снабжать энергией удаленные территории нашей страны, такие как регионы Дальнего Востока, территории Северной Сибири. Вопрос о внедрении того, что вы разработали. Да. И вы считаете, что это может использовать Росатом, да? В том числе, да, потому что вот для них это... Я вам обещаю, в ближайшее время... Вот ректор где? Ректор, да. С вами свяжется обязательно руководитель компании «Росатом» и поговорит на эту тему. Уже на следующий день после этого разговора представители крупных компаний с государственным участием, среди которых в том числе и «Росатом», в Кремле подписали с правительством соглашение о развитии высокотехнологичных отраслей, выстроившись в очередь, что само по себе было примечательно. Кто первый присел, тот быстрее подписал. А кто стесняется, тот на задворках технологического развития. И вот уже не на задворках технологического развития РЖД. Компания будет заниматься квантовыми коммуникациями, то есть координацией работ по созданию сверхбыстрых компьютеров. С учетом того, что в последние годы российские железные дороги кардинально изменились к лучшему, задачи не кажутся невыполнимой. Хотя есть пока еще в мире поезда быстрее наших. В свою очередь, Сбербанку поручено курировать в стране развитие искусственного интеллекта. И, по сути, разрушать анекдот времен СССР про советские микросхемы, самые крупные микросхемы в мире. Микрочипов, микросхем специализированных, создание специализированных ресурсов, дата-центров, центров обработки данных. Еще одна очень важная вещь – это создание национальных платформ, которые позволят использовать национальные решения субъектами малого бизнеса и стартапов, чтобы ими могли пользоваться все остальные.
Задачу, чтобы открытиями пользовались все, Владимир Путин поставил на саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге. Только это поможет миру легче и спокойнее пройти четвертую промышленную революцию. Первая такая революция началась в 18 веке с изобретения парового двигателя и железной дороги. Вторая в 19 веке, когда появилось электричество и конвейер. Затем третья, начавшаяся в 60-х годах века прошлого, когда были изобретены компьютеры и интернет. Сегодня очевидно, что все более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства, бизнес-моделей. Однако надежда на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. Кстати говоря, здесь, в России, мы это чувствуем наиболее остро. У нас температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете.